Концерт на сцене Дубковского дома культуры – подарок жителям ко дню пожилого человека. Программа у нас сегодня будет подготовлена и детскими коллективами, а также нашим коллективом, который «Золотой возраст». Елена Геннадьевна курирует этот проект, и наши люди старшего поколения в свой праздник будут выступать на нашей сцене. Светлый осенний праздник – знак благодарности, которую заслужило наше старшее поколение. При этом не единственный. Одинцовские пенсионеры не только посещают концерты, но и выступают сами. А еще занимаются спортом, путешествуют, много общаются в клубах по интересам. Наш клуб «Золотой возраст», которому уже 3 года, который создала Елена Лимаренко, базируется в Дубковском доме культуры. Мы здесь всегда приходим, поем, танцуем, чай пьем. Вы знаете, как у нас весело? К нам люди придут. У нас уже, не знаю, у нас, наверное, уже человек 40-50. Мы занимаемся всеми спортами, которые только спорт существует в Одинцово, Подмосковье. Везде ездим, не сидим дома. И желаем, чтобы все занимались спортом. Пели, плясали, как он, «Золотой возраст», «Родник». Все вот эти наши вот бабушки, дедушки, что приходили к нам за ваш «Золотой возраст». Виновники торжества уверяют, возраст не помеха для активной социальной жизни. Проект «Старшее поколение» продолжает свое развитие. Это и поддержка, и полноценный досуг. В этот день, конечно, я желаю всем счастья, здоровья, удачи, успеха, но тем не менее сохранять вот такой оптимизм, жить дальше. И, на мой взгляд, вот в этом возрасте, да, в день пожилого человека и вообще в жизни пожилого человека много чего интересного. Главное, чтобы душа была молодая. Организаторы отметили, гости уходили в отличном настроении, получив заряд позитивной энергии. Самое главное – дарить внимание старшему поколению не только по праздникам. Екатерина Крамер, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».